Но у нас называется теория колец полей. Давайте я это напишу. Так, ну как меня зовут, вы, наверное, знаете. Я на всех случаях напишу свою почту. Она не поменялась с прошлого года. Так, в Телеграме меня можно найти по, по такому нику. Да, значит, смотрите, значит, во-первых, у нас есть общая папка с материалами. Значит, общая папка, там лежат листки прошлых лет, программы прошлых лет и методичка, но это примерно из лекций, да, то есть тут там есть... Там даже какие-то каким-то прошлым годам есть видео разборки каких-то задач семинаров, потому что они были дистанционно. Но в общем, вы там тоже можете найти. А, я так напишу. Вот, кроме того, есть еще телеграм-канал. Ну, можете мне написать, я вам пришлю, но он вроде должен, должен в поиски, и он будет как-то написано что-то вроде такого. да, подчеркивание это Но вообще он со, по, по, двум предметам, по теории и по пакетному анализу, но ну, там обычно по пакетному анализу пишется только вопросы к экзамену, то есть во время сессии уже. А по теории колец полей я буду там укладывать листки в течение семестра. Ну, и может там вопрос задавать, если хотите, там есть чат для общения. Вот. Если не найдете канал, тоже можете мне написать, я вам пришлю ссылку. Так, а, как устроен курс? Давайте я скажу немножко про оценивание. Ну, в целом оценивание оно примерно как на УКТЧ, но немножко, как это, контроль немножко послабее. То есть у вас есть, а, ну, так как у вас контрольных в УКТЧ нет, то вместо этого каждый семинар, а, начиная, ну, с третьего, там, с четвертого, это вы уж там договоритесь, у вас будет мини-контрольная на 20 минут. Значит, там будет так устроено, если вам еще не рассказали. Значит, у вас на 20 минут, там будет две задачи, и в каждой задаче будет пункт попроще и посложнее. Там будет пункт А попроще. А, Б посложнее. Ну и во второй задаче то же самое. Значит, попроще. Это считается, что это как бы вопрос на удову, на тройку. И он стоит 6 баллов. А посложнее это вопрос на фору, стоит 10 баллов. Соответственно, вы за 20 минут можете написать там посложнее, посложнее, проще, посложнее. Ну, в общем, выбирайте, что вы можете решить. Вот, ну, насчет того, можно ли писать сразу два пункта. лучше так, то есть, если вы так сделаете, то, то там преподаватель, он просто сам проверит, что ему проще проверять, и что-нибудь проверит. Поэтому вы, как бы, Просто изначально, как бы в прошлые годы была система, когда вы заранее выбирали, какую, на какую сложность будете писать, но это долго генерировалось, поэтому мы решили немножко упростить систему. Поэтому, если вы видите, что вопрос на корм можете решить, ну, решите, если вы не успеете, но ну, можете что-нибудь про написать, я не знаю, как-нибудь, в общем, разберетесь. А, значит, кроме этого, у вас еще на каждом семинаре а, за работу, может быть, поставлена оценка, Ну, условно, от 0 до 5 баллов, ну, за на семинаре. То есть 5 баллов — это если вы там активно работаете, выходите к доске, решаете сложные задачи. В общем, вот это вот 5 баллов. А 0 — это 0, если вы ничего не делаете. А, вот. Значит, из из этого складывается общий рейтинг на семестр. И... А, но он меньше влияет на оценку, чем в КТЧ, то есть он влияет на самом деле только на изначальное распределение вопросов. Он влияет на изначальный список вопросов. То есть у вас ну, вся программа она разделена на вопросы на тройку, четверку, пятерку, ну, на удовольствие, хор и вотл. Если вы ничего не делаете в семестре, это немножко страшно, потому что вы приходите, у вас будет список 12 вопросов на удовольствие. Это если у вас 0 за семестр. А если у вас максимум за семестр, то вы получаете примерно, я не помню, но что-нибудь типа 3-3-2 или 4-3-2, ну что-то такое. Короче, там будет 8, наверное, вопросов. И в основном там будет несколько вопросов на отл. Что-то типа. Ну, я должен посмотреть, я так примерно не помню. Вот. То есть, как бы, работ... ну, в принципе, может, в семестре вообще не работать. Но просто вам тогда нужно будет заботать все хорош хорошо вопросах к экзамену на тройку. И как бы их сказать. А если вы работаете в семестре, то у вас будет просто, ну, вам нужно будет задавать ну, как бы, меньше вопросов, и сразу будет вопросы посложнее, чтобы вам получить хорошую оценку. Да, да, можно, но просто у вас временный экзамен экзамене ограничено, поэтому вам нужно... Ну, то есть, ну, что имеется в виду? А, ну, вы должны очень быстро на них отвечать. То есть, как бы считается, что у нас опросы там на 2 часа. Если вы хотите еще успеть получить хор, то вам нужно ответить ну, как бы убедить, убедить, преподавателя, что вы их очень хорошо знаете, можете вот просто так отвечать, вообще не думая. И тогда вам сразу дадут вопросы на хор, а потом на отл. То есть, в принципе, такие... Ну, у меня были такие случаи, когда я прихожу к человеку, я думаю, ну, как бы, он сразу готов отвечать, и просто как бы вот сразу сходу пишет ответы. И как бы, ну я сразу задаю вопросы на хор, но хор сходу отвечает. И дальше мы как бы за... можем довольно быстро поговорить. Но понятно, что там могут быть вопросы, которые мы застрянете, поэтому как бы это как бы для сильных духом. Ну, довольно редко люди, то есть... Такие случаи бывают, но довольно редко, да, то есть обычно люди, которые попадают сюда, они как бы на хор не, ну, не претендуют, скажем так. Так, есть еще какие-то общие вопросы? Теоретически, да, но, скорее всего, вы не успеете. Ну, как бы. Ну, такой. Ну, как, ну, приходите в начале, ну, как бы, приходите, у вас написано экзамен. Дальше стекается 2 часа. Через 2 часа, ну, преподаватель будет уже смотреть. Если вы там за 2 часа ответили только там, на 10 вопросов на УДУ и не можете ничего, как бы, и остальные два вообще не можете ответить, то он больше УДУ, его не поставит просто. Ну, понятно, что на экзамене там бывают ситуации, когда мало преподавателей, или у вас там действительно много вопросов, там, ну, вам дадут дополнительное время, но ну, просто там у приятеля будет написано примерно следующее, что у вас там, типа, если вы хотите удул то вы должны отвечать за вопрос на удул не знаю, за, там, за 10 минут, условно говоря. А если вы претендуете на УДУ, то вопрос на УДУ нужно отвечать, там, не знаю, за 5 минут. Но он посмотрит, как вы в скорости отвечаете, и как бы... Ну, там, я примерно пишу, но Uh, то есть, если вы с такой скоростью отвечаете на вопрос, то вы этот вопрос должны ответить за час. Но если вы не спите за час, то он будет считать, что вы на утл не претендуете уже. Ну, у ну, КТЧ была примерно такая ситуация. У вас там были вопросы, они были на время, и там были в зависимости от того, то есть, если вы хотите получить большую оценку, вам нужно вопросы на тройку быстро отвечать. Вот, просто здесь, uh, ну, она, она как бы... Ну, у вас как бы считается, что вы второй курс, вы уже более свободны, вы можете что-то, то есть, э, там, ну, там, вот, э, ну, у вас на семестре вообще какой-то ад, потому что у вас там что-то 9 курсов, что ли? Я вообще не понял. Мне Иван Генрихович, у нас был даже совещание с Иваном Генриховичем, потому что он зачем-то что-то переместил на четвертый семестр еще, что вам было мало не казалось. И поэтому у вас там курсов очень много, вот, но так что, ну, такая система более-менее свободна. То есть, в принципе, конечно, если хотите, можете идти на семинар, просто вам нужно за три дня до экзамена вот эту заботу все просто наудовал. Ну, если вы готовы это сделать, то как бы... Так, еще какие-то просто есть организационные? Да. Ну, там, ну, как правило, там на самом деле очень большое пересечение, то есть... Э, если посмотреть семинарские задачи, это, как правило, будут либо куски утверждения с лекцией, либо они будут даже повторять утверждение с лекций, но в этих вопросах на если вы если вы сейчас там, ну, получите ссылку на папку, откройте, посмотрите, там есть некоторые умения, например, то есть помимо ну там не знаю, там УД, не знаю 50 вопросов, из них там 6 это какие-то умения, типа определить неприводимость многочлена или еще что-то или там определить является элемент ну там простым элементом кольца и имеется в виду, что вы смотрите там на следующую задачу, какой-то у вас пункт может дать, из этой -за задачи появиться на экзамене. Вот. А, ну, то есть, скорее всего, там будет, если у вас вопросов на наудовало, то будет, скорее всего, там 8 теоретических, и, может быть, какие-то еще конкретные примеры нужно будет прорешать. Так, еще вопросы. Так, я все сказал, что хотел. Ага, ну, наверное, да. Так, а теперь о чем вообще курс идет, да? Можно сказать пару слов. Ну, изначально, тут история примерно такая. Тут меня а, часто спрашивают, особенно экзамены такие, не сдают, экзамены, да говорят, все-таки нет. Но все-таки объясните мне, зачем вообще это было? Чем вообще, зачем это делали? А... Ну, не то, чтобы у меня был. Идеальный ответ на этот вопрос, поскольку история возникновения курса такая, что сначала как бы, этот курс читали для подгруппы, а потом в какой-то момент декан факультета сказал, а что тут только для могу читать? Давайте такой хороший курс, давайте вы читайте, будете для всех. Я говорю, ну да, ну как бы там, может быть, всем не зайдет. Он говорит, да не, не, все отлично, все прекрасно. Вот. Ну, а... ну мы в этом курсе а, сделаем несколько полезных вещей. То есть мы а... Ну, давайте я приведу несколько фактов, которые мы будем обсуждать. Мы будем э -э, заниматься, во-первых, теорией делимости. Но ну, если говорить вообщещими словами, мы займемся таким подходом, как теория общении. То есть вообще, когда вы когда вы решаете какую-нибудь математическую задачу, то возникает вопрос, а насколько вот... Ну вы что-то решили, а это вообще можно вообще на что-то большее? И насколько это можно сделать? Ну вот первое, что мы займемся, пытаемся возьмем эту теорему арифметики и пытаемся ее обобщить. Ну, с натуральных чисел на что-то больше, да? То есть что, нужно, что должно быть выполнено для э, множества, чтобы там работало с началом арифметики, ну или хотя бы можно было понять, работает там или нет, да? То есть какие должны быть структуры рассматривать, чтобы их работали или не работать, работала с началом арифметики? Ну, вы знаете, что у вас для натуральных чисел выполняется началом арифметики, еще вы, наверное, знаете, что, наверное, у вас было, что если я в поле, то... Кольцо многочисленных над полем тоже там работает с начальными арифметики, может там раскладывать, там множители. Ну вот для чего еще это можно сделать. А второе вообще, не которое мы сделаем, ну, это мы посмотрим на... А, ну вот вы взяли вещественные числа. Ну, можно рассмотреть вообще эту цепочку целиком. Да? Вот у вас есть натуральные числа, потом были целые числа, потом национальные числа, потом вещественные числа, потом были комплексные числа. И, ну вот, понятно, какие-то из этих переходов все да, из n в z вы добавляете противоположное по сложению, из z в q вы добавляете частные, то есть мы этот, эту, эту штуку тоже обобщим, насколько можно. Но а, ну вот здесь вот из q в r тут немножко непрерывность, тут, вот, тут используется непрерывность, поэтому это символ алгебраическая операция, однако а, какие-то года я даже успевал прочитать последнюю лекцию про теорию пополнений, где, был, на где мы пытались понять, что вообще можно получить из поля, из поля Q, 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 кроме R, если попытаться это определить как некоторую алгебраическую операцию. То есть как можно еще ну, то есть, получить там практически числа. Но это такое. -то. Если у нас останется время, то, может быть, я какую-то лекцию про это прочитаю. Не обязательно. Вот. А из это тоже такая сугубо алгебрическая операция. Мы добавляем просто корень многочлена. И это можно обобщить для, ну, на все поля. Смотрите, расширение полей. Uh, ну и если с первым, с первым, uh, с этим общением мы сможем поговорить про такие вещи, как эти числовые, как представление числа в виде суммы квадратов, поговорим про великую теорему Ферма, ну или большую теорему Ферма для маленьких n то решение полей — это в основном решение задач, которые поставили в Древней Греции, они там не могли их решить. Решение древнегреческих задач, как, например, персекция угла, удвоение куба, Решение уравнений, ну, решение э, э, нахождения корней многочленов больших степеней. И еще мы в конце докажем основную теорему алгебры. Ну, это такое... Э, у вас наверняка она уже была доказана в курсах по Матану, наверное. Ну, там используется геометрический подход, а мы будем доказывать через, чисто через алгебру. А, вот это примерно план на семестр. А, ну, я хотел бы начать просто с некоторых примеров, с двух примеров. Ну, вот, я сейчас хочу добавить еще один пункт. Это про то, как, бы, как на самом деле правильно смотреть на вещи. Правильно. Смотреть на некоторые структуры. Ну, то есть, если вы знаете что-то про кольцы поля, то вам некоторые вещи говорить гораздо проще, чем только вы делали на первом курсе. Ну, давайте я приду два примера. Сейчас я проверю, насколько вас хорошо научили. Насколько хорошо у вас были хорошо изучены кольца в предыдущем семестре, я, конечно, все напомню, но на всякий случай я как бы сейчас проверю. А то окажется, что вас не научили. А, ничего, ничего. А, вы не знаете даже про линейные или знаете? Ну, ну, хорошо, смотрите. Значит, у вас в... Когда у вас было КТЧ, значит, вы там... У нас там была китайская система о посадках. Еще у нас была... Там была формула для функции Эйлера. Формула для функции Эйлера. Ну, что это такое, да? Ну, Значит, китайский она говорит следующее, что если у вас есть какое-то число m, которое вы представили как произведение К1, КС, где Каиты и КЖТ взаимно просты, то вы на самом деле можете решать вот такие системы. То есть если у вас есть система x равнима с А1 по модулю k 1 и так далее, x равнима с АЭ по модулю s Такая система имеет единственное решение по модулю m. Ну а формула для функции Эйлера, ну это функция Эйлера, это количество чисел взаимно да, простых с n от единицы до n. Ну и там была формула, то есть, чтобы получить формулу для функции Эйлера, достаточно доказать то она э, мультипликативна в том смысле, что если вы берете взаимно простые числа, раскладываете m на взаимно простые сомножители, то φ от m равно φ от k1 умножить на φ от ks. Отсюда легко получить формулу, потому что вы раскладываете m на степени простых, а до степени простых просто вы вручную считаете. Значит, это количество чисел от 1 до m взаимно простых схем. Ну, как вы доказывали вот эту штуку? Вы там, ну, на самом деле, там тоже у вас, было, у вас было полезное рассуждение. Как бы подбирали, подбирали x, такое выполняет этим соотношением, там, домножая а1 на, на ну, то есть мы там, типа, брали сумму из s слагаемых, да, там, брали один, умножали его на обратный по, там, соответственно, со множителю, и получали решение. А то, что он ну доказываете там, э, вычитая, если у вас есть два решения, вы, вы берете их разность. Она сравнила с нулем, значит она там делится на m. Ну, давайте я сейчас попробую показать более, э, ну, примерно то же самое сказать. Но, как мне кажется, это на это правильно и смотреть таким образом. Ну, что у нас вообще находится, что у нас вообще такое число по модулю m? Но ну, это такое множество за а, вообще это кольцо, да? То есть там есть сложение, умножение, и сложение, умножение, они там согласованы. За тема по сложению, умножение там ассоциативно кумулятивная единица. А вот к один умножить на кэт это можете представить как прямую сумму вот таких колец. То есть у вас есть наборы остатков по этим модулям, и вы их можете складывать и умножать по координатно. Ну, дальше, естественно, рассмотреть вот такое отображение, которое что делает? Оно просто берет какой-нибудь остаток по модулю m и просто его проецирует на вот эти вот... Ну, берет остаток по каждому из этих модулей. Ну, очевидно, что φ сохраняет сложение умножения. Φ сохраняет сложение и... Сохраняет ну, то есть если вы возьмете сумму двух остатков, да, то у вас тогда будет сумма остатков по модулю в k1, сумма остатков по модулю в k2, ну и произведение, вперед есть произведения. Значит, фи это колец. Ну, давайте докажем, что фи просто изоморфизм. Нам нужно доказать, что у нас здесь столько же чисел, сколько и вот здесь вот. То есть у нас каждый, по каждому набору остатков тут можно найти остаток здесь. Должен быть доказать, достаточно доказать, что фи изоморфизм. Но чтобы проверить, что фитоморфизм, надо доказать две вещи, да, что оно селективно и неективно. Давайте контрольный вопрос. Как проверить инъективность? Да? да, нужно посмотреть на ядро. Что такое ядро? Ядро Фи – это такие остатки А, что ну, Фи от А равно нулю, а ноль — это набор из нулей. Ну, набор из нулей. Значит, у вас А делится на К1, делится на К2, делится на КС. Но так как они взывной просты, то оно же делится и на M. Так, давайте напишу. Значит, это такие А, что А делится на М1, К1, А делится на К2. Так далее, А делится на КС. Но это то же самое, что А делится на M. То есть это просто 0. Ну, я, может, немного неформально пишу, потому что у меня а это как бы остаток, но я считаю, что это может быть еще целое число, вот оно есть, оно делится, делится на произведение, поэтому ядро это 0. Хорошо, значит, перенективно. А почему селективно? Все потому что? Да, потому что мощности одинаковые. У вас тут m элементов, а тут тоже один на КС тоже m элементов. Так как у вас ZM, оно по количеству совпадает один и так далее на кс то значит что у вас а, оно инъективно и селективно значит Так, как отсюда? Значит, это мы доказали китайскую территорию в остатках, да? А как формулу для получить отсюда? Да, посчитать количество обратимых элементов слева и справа. Слева обратимых элементов, то есть это, это кольца одинаковые, поэтому множество обратимых элементов у них одинаковое. Но затем со звездочкой это просто фиат М. А дальше нужно просто так понять, что обратимые в прямой сумме ZK1, ZKS это то же самое, что прямая сумма обратимых. То есть если у вас... набор А1, АС. Он обратим, значит, что один 1 обратим, А2 обратимо, а по соответствующему модулю АС обратимо. Поэтому то же самое. Но от количества элементов здесь, оно, конечно, равно К1 и так далее на Фи То есть мы как бы ничего не сделали, мы просто применили всякие э, свойства гоморфизма колец, и потом пускали количество обратимых элементов. И ну, мне кажется, что, по крайней мере, иметь такую картинку в голове, э, лучше, то есть это вы, ну, немножко лучше понимать, что происходит, потому что у вас действительно есть э, вот у таких остатков, у них есть хорошая структура, которая сохраняет сложение и умножение, и, значит, мы можем говорить про обратимые элементы, э, ну или там про ядро. Ну, понятно, что если посмотреть на это с точки зрения теории обобщений, то э, можно легко из этого... Ну, не то чтобы легко, но вот если я попробую то же самое сделать для многочленов, например. Давайте я попробую еще усложнить, если вы еще живы. А, ну, например, как доказывать китайскую тюрьму для многочленов? Uh, у меня просто вопрос будет в чем там стык будет, то есть мы делаем то же самое, да, у нас есть какой-то многочлен, мы его разложили на взаимно простые многочлены. Для многочлен. Так, хороший вопрос. А что такое? А то, что для многочленов верна остаток вы знаете? Доказывали где-нибудь? Хорошо, а там всякие ноды у вас были, там алгоритмы вклид для многочленов. Ну, все, значит, у нас вот именно, а, ну, смотрите, а, ну, тут надо, конечно, кое-что сказать. Мы про это... То есть, я, я, конечно, вам так говорю, вы, возможно, даже не знаете, что такое прямая сумма колец, я вам тут такое число рассказываю. А, то есть я просто показываю, что, -то, что -то происходит, дальше у нас будет определение кольца, и про это более подробно мы говорим. Ну, понятно, что у вас... А, ну, что такое нод? Ну, что такое нод двух многочленов, как он вы знаете? А что это такое вообще? Нод двух многочленов. Ну, вы принятие алгоритм клеток к этим двум многочленам. Да, да, ну вот, то есть, когда я пишу равно единице, на самом деле я пишу не равно единице, а тут все равенство на до константы, потому что понятно, что у вас э, по с точки зрения делимости умножение на константу не влияет на делимость, поэтому то, что у них нот равен единице, означает, что вы приняли логарифм и получаете константу. Ну вот, тогда верно, конечно, то же самое. То есть вы, если возьмете многочлен по модулю f1 от x, f от x, то у вас остается единственный многочлен, который, ну, по модулю f от x, который вот при делении дает те же самые остатки. Ну, да, конечно, то же самое. Только здесь нужно вместо dtm брать, соответственно, сейчас будет страшные картинки, да, нужно брать f от x, его факторизовать по f от x и переводить эту штуку в, в прямую сумму таких штук. Но тут уже мы забегаем опять вперед, потому что вы сейчас скажете, что такое факт. То есть, э, ну, эту картинку писал для того, чтобы вы понимали, что... Вот эти структуры, то почему так все хорошо получилось? Потому что затем это взяли на самом деле тут целые числа и актуализовали авторизовали по модулю M, да, взяли остатки по модулю M. И Z мы получили остатки по модулю K1, K2 и KS. Ну и на самом деле в более общих структурах такое тоже работает, что если вы, ну, тут должны быть какие-то дополнительные условия, но вообще говоря, если вы взяли большое кольцо и его почему-то отфакторизовали, а этот фактор как-то разбили, то тогда вот можно тут делать э, тоже аналогичные, переходы. Ну, примерно. Ну, тут, если начнёшь, доказательства, у вас возникнет вопрос, то есть инъективность вы также проверите. Вот у вас с этим небольшие, небольшие проблемы будут, потому что тут у вас конечное все было, а, а с селективность тут надо немножко по-другому проверять. Но в целом действительно можно подумать о том, как вот, по крайней мере, такая структура помогает, ну, прояснить, что делать для многочленов. Ну, в принципе, хотя бы на метод можно пробовать обобщить. Так, это было очень сложно или нормально? Ну, так, более-менее, ладно. Так, второй пример. Второй пример такой. Я просто, смотрите, еще раз. Я просто э -э показываю, как можно использовать теорию колец для того, чтобы, А, доказывать более просто утверждение, которое у вас были, Б, э -э показывать, что можно смотреть на кольца, то есть кольца показывают более хорошо структуру того, что происходит, не просто вы научились читать систему, а тут э, понятно, что происходит. А параллельно на самом деле моя основная задача проверить вообще, знаете, то есть как бы э, вообще помните определение нет, там было был вас нет, я вам сейчас просто, потому что как обычно, то есть э, обычно как бывает, я прихожу и у вас уже до этого было три алгебры, но что вы там пройти я не знаю, и дальше я пытаюсь понять по вашей реакции. Вот никогда, никто не спросил, что такое прямая сумма. Значит, наверное, вы знаете, что такое прямая сумма, да? Ну как, -то в смысле? Тут-то, конечно, она внешняя, потому что я взял отдельно остатки по модулю К1, остатки по модулю К2 и сделал, ну, как бы у меня такие наборы, да, которые я просто складываю и перемножаю по компонентам. Вот, раз вы не спросили, что такое прямая сумма, то, наверное, у вас уже было. Я говорю, окей, хорошо, значит, у вас было. Если вы не спрашиваете, а что такое кольцо, значит, у вас определение кольца уже было. Я думаю, окей, хорошо. Значит, по крайней мере, про это можно говорить спокойно. А, так, второй пример. Или, или нет. То есть нет, вы меня просто тормозите, есть. Вы что-то не знаете, а то я сейчас как разгонюсь. А, так, пример два. Пусть я в поле. А, ну давайте конечное поле. Тогда а, мультипликативная группа поля со звездочкой она циклическая. Циклическая. Опять же, а, понятно ли, что такое конечное поле, что такое со звездочкой, и что такое циклическое, да? Не надо. Вот это было. А Как это доказывали? Но смотрите, нет, что, а что, что у вас было для группы, еще раз? Вот прямо это утверждение. Давайте я сейчас расскажу, а вы мне скажете, у вас такое было доказательство или нет. А, ну, во-первых, понятно ли, какой факт я тут из какой факт из Кутачева вот это означает, да? У Кутачева вы доказывали вот эту теорему, сейчас тут случили какого? Для zp. Это теорема о первообразном корне, да? Значит, у вас была теорема о первообразном корне, первообразном корне, который говорит о том, что если вы возьмете zp, то там существует g такой, что его порядок равен а, p-1. Ну, первообразный корень, корень у которого порядок равен p-1, у которого все степени покрывают все степени zp. Ну, короче, это штука, которая порождает zp со звездочкой. И там Андрей Михайлович, ну, он доказывал примерно так же, то есть, такой, там было теоретическое групповое доказательство, что убрали все элементы, брали их в порядке, строили элемент максимального порядка, и потом говорили, что у вас, если он меньше, чем минус 1 то у вас там степень многочлена будет плохой. Но мы сделаем пример то же самое. А, значит, что мне нужно, какие мне факты нужны для этого? Так, факты. Мне нужно такой факт, что а, многочлен из f от x имеет корни не больше, чем степень. Многочлен f от x из f от x, у него а, количество корней не превосходит степень атомного члена. Надо доказывать. Или... Ну, Но это теорема Лагранжа, формально говоря, которого доказывали для ZP. Но для произвольного поля... Да, ну, вы... да, ну было, да. хорошо. Ну, давайте, у меня есть конечное поле, но пусть у меня, э, значит, f со звездочкой, это все f без нуля, да? Потому что это в поле у а нас все не нулевые элементы обратимы. Но пусть f со звездочкой состоит, ну, скажем, из m элементов. Тогда, если мы посмотрим на многочлен x степени m-1, сколько у него корней в f. Так. Не больше. Хорошо, я хочу, я хочу сказать, что их ровно M. Мы их ровно M. Так. Мало теряем фирма. Но она для zp, а для количественного поля мы не знаем. Мы даже не знаю, конечно, поле устроено. Что за мало теряем фирма? Непонятно. Да, потому что FSC это группа. Значит, все элементы в степени количество элементов в этой подгруппе равно единице. То есть любого элемента А из F со звездочкой А в степени M равно единице. Поэтому все элементы F со звездочкой, они являются корнями, и их ровно M. Поэтому у них ровно M корней. Ну, на самом деле, э, тут уже почти, до конца заканчивается. То есть, смотрите, у нас очень много здесь корней. И дальше я буду рассматривать делитель этого многочлена и говорить, что там тоже должно быть максимальное количество корней. И просто если взять все корни всех многочленов, их степень d-1, d делит m, то нам просто не удастся их распихать по этим многочленам. Поэтому обязательно останется элемент, который является корнем никакого меньшего многочлена. Он будет корнем только этого, и значит это будет порождающий элемент циклической группы. Ну, что делаем? Берем многочлен степени d минус 1, где d делит m. Я утверждаю, что у него, у него будет тоже d корней, ровно d корней. Это почему? Ну, у вас проблема в том, что у вас этот многочлен делится на вот этот, правильно? x степени минус 1 делится на x степени d минус 1. Ну, раз у этого m корней, значит, у него в каждом сомножителе максимальное количество корней, значит, и здесь будет ровно d корней, да? Вот ну, смотрите, у вас верно вот такое равенство. x степени m минус 1, а на no x, no x степени d минус 1 на какой-то многочлен, да? Ну, знаете даже какой, да? Нужно взять x степени m делить на d, и плюс и так далее, там плюс единичка. А, ну, у этого m корней. Да, Сейчас тут степени m минус d должно быть, да? То есть у этого не больше, чем d корней, у этого не больше, чем m-d корней. Но раз в сумме m, то значит тут равенство тут равенство. То есть, если у вас у этого многочлена все корни есть, то у любого уделителя тоже все корни есть. А, ну, как бы. Um. Ну, давайте что-нибудь обозначим. Пусть у меня пси от k это количество, количество, элементов в f звездочкой порядка к. Uh. Хорошо. Какие элементы за со звездочкой будут корнями, вот какие порядки должны быть элементов из чтобы они были корнями вот этого многочлена. Это если, это если d m только. Вот специальные условия. Что? Тогда это так. Неправильно, не, не знаете, почему это так? А, понятно. Так, сейчас, хорошо. Так, верите ли вы, что x в степени k минус 1 делится на x минус 1? В любом поле. Верите? Хорошо. Так, а x в степени k умножить на s минус 1 на x в степени s минус 1? Ну да. А это то же самое. У вас d делит m, значит, это m d умножить на что-то. То есть вы просто в эту формулу выставляете, ну, берете как переменную x в степени s, да? Будет та же самая формула. То есть здесь должно быть... Хорошо, я могу написать. x степени m минус 1 у меня будет равно xd минус 1. Значит, на что я должен написать? Ну, x степени m минус d плюс x степени m минус 2d плюс и так далее плюс 1. Что-то такое должно быть, правильно? Если я раскрою скобки, у меня все сократится, останется x степени m минус 1. Хорошо. Значит, я хочу сказать, что вот какие, вот какие элементы будут корнями вот этого многочлена. То есть, ну какой, какой должен быть порядок, чтобы в степени d это равно было единице? Понятно, что порядок должен делить d, правильно? То есть, э, тогда выполнена вот такая формула. Сумма по k делителем d и от k, она равна d, правильно? Это я написал, что э, все элементы, то есть все корни этого многочлена, это все элементы группы F со звездочкой, которые степень d равны единице. А это те и только те элементы, у которых порядок делит d. Поэтому выполнено вот такое равенство. Но, как вы знаете, есть другая функция, у которой выполнено такое же равенство, а именно функция Эйлера. Поэтому на самом деле эти штуки равны. Тут можно это доказать с помощью формулы обращения Мебиуса или просто решая систему линейных уравнений. То есть у вас вы можете по индукции доказывать, что пси равно фи, начиная с единицы и дальше по делителям идете и доказываете для каждого равенства. Но отсюда следует, что фи от d равно фи от d. Значит, в частности, пси от m равно фи от m. Так я уже плохо пишу, надо сюда перейти. Ну, в общем, у вас будет psi э, от m равно phi от m, а phi от m не равно единице, значит, psi от m тоже не равно единице, значит, есть элемент порядка m. Ну, собственно, все. Значит, phi от m равно psi от m, phi от m больше либо равно единице, значит, psi э, от m больше равно единице, значит, есть элементы порядка m. Существует элемент. порядка М. Ну вот, то есть с помощью ненужной техники, видите, теорема доказывается минут за 10. Более того, мы даже доказали это не для ZP, для любого количеством поля, а на самом деле... Так, надо это комментировать, или понятно? Да. Ну, у вас, я говорю, можно с помощью формулы обращения Мебиуса, то есть у вас по формуле обращения Мебиуса, да, если вы формулу обращения Мебиуса рассмотрите только для делителя числа m, то у вас будет выполнено, что p от d равно сумма 1 делить на k, ми от d делить на k, пока делителем d... Ну, и мы доказывали в курсе у КТЧ, что то же самое выполнено для функции Эйлера. Поэтому, ну, то же самое выполнено, поэтому они равны для любого делителя m, в частности, для m тоже. Ну, либо вы просто смотрите на... Ну, говорю, можете просто... Ну, эта штука доказывается по индукции, поэтому вы можете это по индукции доказать. Просто сказать, что если для всех меньших какого-то числа это верно, то для равенства у вас есть только отличаются последние слагаемые, но они тоже одинаковые. А... Да, еще вопросы? Что? Все это количество элементов по ФЦДшке порядка К. Ну как, смотрите, вот давайте я на примере покажу. А, ну, для примера, конечно, хорошо бы иметь какое-нибудь конечное поле. Вот это. Ну, хорошо, давайте я это еще раз прокомментирую. Значит, корни x степени d минус 1 это элементы, которые... Ну, вот так. Такие элементы, да, что а в степени d равно единице. Что это за элементы? Но ну, это, это значит, что если а в степени d равно единице, то это происходит тогда, это только тогда, когда d делится на порядок элемента а. Это вы, наверное, знаете, да, что если у вас есть порядок элемента, то есть, если в какой степени 1, то d делится на порядок. Значит, и корни этого члена это в точности элементы, у которых порядок делит порядок d. Ну вот, значит, э, ну вот, поэтому d равно сумма пока на d пси от k. То есть мы просто взяли все элементы. Ну, это и, и другое верно. Да, что если d делится на порядок, тогда это корень. То есть на самом деле d равно вот, сумма, э, пока на d пси от k. Так, сейчас давайте я еще минуту повешу, чтобы можно было сделать перерыв. Сейчас мы... Понятно, да? Нет? Ну, хорошо, сейчас... Понял, э... еще более формальные доказательства. Ну, смотрите, ну, давайте я сейчас на примере покажу. Представьте, что у вас многочлен x 4 минус 1. Да? Какие у него корни? Это все такие элементы, что а в 4 равно единица. Каких элементов в четвертой равно единице? Это те элементы, которые либо единица, либо, либо в квадрате равно единице, либо в четвертой равно единице. Ну, где это минимальные степени, в которых это единица. То есть корень от это в точности порядке либо 1, либо 2, либо 4. И только они. Значит, 4 это сумма элементов порядка 1, порядка 2 и порядка 4. Ну, или там, а в степени 128, да, равно единице. Значит, 128 нужно делиться на порядок. Значит, это в точности элементы порядка 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Если я их просуммирую, я получу 128. Потому что у меня, у этого многошедшего ровно до корней, поэтому все, вот до этого просто до этого, физически равно этой сумме. То есть у меня здесь хранятся все элементы, у которых порядок такой. Ну ладно, давай сейчас прорыв. вы подумайте, потом сейчас спросите, я, может, еще раз прокомментирую, и еще у нас будет следствие небольшое. Так, если я слишком быстро разговариваю, как-то, слишком сложно, вы мне скажите что вы не знаете, чтобы я понимал? Что? А, понятно, понятно. Это сейчас все будет. Я же говорю, понимаете, я сейчас занимаюсь поиском дырок. А, и, а, еще одна причина, почему это приложите примеры, что вы пример, чтобы вы примерно оценили уровень сложности движения, которое мы будем доказывать. А, ну, это, 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 это... И самые простые утверждения, которые я буду доказывать, но, ну, по крайней мере, вы можете примерно понять, что будет происходить, чтобы оценить, насколько вам нужно сильно ходить там, на семинары и работать. Вот. А, ну, следствие этого утверждения, ну, в принципе, тут легко можно его вообще, да? Понятно, что... Конечно, это, конечно, ни при чем, просто вы можете сказать, что если я в поле, а же это конечная подгруппа со звездочкой. Тогда же циклическая. Ну, если вы доказывали, это как бы то же самое. Ну, Но это то же самое. Тут ни ничего никак, никак не меняется. И я думаю, что вам доказывали примерно такое же доказательство. Там тоже, тоже использовался многочлен. Только, возможно, вы по-другому считали там порядки элементов. Тут можно несколькими разными способами это делать. Вот. Окей, ладно. Это была такая прелюдия. Давайте начнем значит, с определений. Ну, да. Последняя причина, по которой я рассказываю примеры. Потому что обычно перлекция была так. Я даю 30 определений. Все немножко умирают, потому что определение, потом еще одно определение. А, да, потом еще одно очевидное определение. И как-то хочется что-то такое рассказать а, вступительное. Поэтому вот. Сейчас будет серия определений. Что такое кольцо, да? Вообще говоря, в книжках вы встретите разные определения колец, немножко разные, потому что в зависимости от того, какой курс вы проходите, вам требуются те или иные кольца. Но в самом общем понимании это так множество с двумя бинарными операциями, для которых выполнено два условия. Во-первых, относительно сложения это Абелева группа. Ну, нейтральный элемент в ней обозначается ноль, а противоположный обозначается как минус, да, то есть, ну понятно, группа сложения, поэтому у вас будет минус. И второе это то, что выполнена дистрибутивность сложения умножения. дистрибутивность. Это такая штука для любых. А, Б, И, С К. Выполнено то, что А умножить на В плюс С равно А на В плюс А на С. И А плюс В умножить на С равно А на С плюс Б умножить на С. То есть из-за того, что я не знаю, коммутативно ли мое умножение. Я пишу отдельно для умножения слева и справа на всякий случай. Значит, дальше на это определение, как правило, навеш навешиваются дополнительные слова. Говорят ас ассоциативное кольцо, кольцо с единицей, коммутативное кольцо. Это все, все эти свойства, которые говорятся, это все свойства умножения. То есть вы можете говорить там ассоциативное кольцо. Это кольцо, в котором выполнено 1, 2, еще относительно умножения выполнено ассоциативность. Ну, я так напишу, да, для любых там А, Б, С, С, К. А умножить на Б умножить на С равно А умножить на произведение Б и С. Кольцо с единицей. Это означает, что существует такой выделенный элемент единицы по умножению. Такой, что для любого а а умножить на 1 равно 1 умножить на а равно а. Коммутативность. Значит, коммутативное кольцо. Но... Но вы не торопитесь записывать, сейчас у нас все испортится. Из любых а и b Б а умножить на b равно b умножить на A. А у нас будет более простое определение, чтобы не говорить каждый раз коммутативно-коммутативно кольцо с единицей на протяжении всего курса, у нас 99% колец будут ассоциативно с единицей коммутативные, и такую штуку классически называют просто коммутативным кольцом. Отлично. тут будет немножко тавтология, но вы поймете, да, значит, это кольцо, в котором выполнены вот, это, вот эти все свойства. То есть у нас это будет асоци... То есть вместо того, чтобы говорить ассоциативное коммутативное кольцо соединится, будем просто говорить коммутативное кольцо. Потому что, как правило, если коммутативность выполнена, то остальные два тоже подразумеваются. Это, вот это самое простое, что можно придумать. Кольцо с единицами без всего остального вы берете 20F. четные числа. Ассоциативные, коммутативно без единиц. Не стивные, это более хитро. Значит, а, ну, не, коммутативно, не коммутативно тоже легко привести, естественный пример. Это просто перемножение матриц вы берете матрицы над, над, чем угодно, над полем, над кольцом, и у вас умножение матрицы, оно будет, ну, над, над Q, над R, оно не, там, не будет, там, будет, там и единичка, а коммутивности не будет. А, чтобы не было стативности, но это более хитрые примеры, а, Ну, если вы учите в группе, и не дай бог пойдете на алгеброгеометрическую линейку. Ну, а вообще у вас, если у вас будет что-то в виде дифференциальных операторов, то там есть другая операция, похожая на сустимность, но не совсем. Она называется купли. А это такая операция, что у вас для всех x, y, z выполнено вот такое. Ой. Ну, у вас бинарная операция есть. Вы из двух x, y получаете что-то новое. И вместо стативности у вас сумма таких трех штук равна ну нулю. Вам кажется, что это какая дикая операция, не в отношении к жизни. Но ну, есть два примера, естественно, которые это... Да, да, векторное произведение, дифференцирование, потому что если я э, перенесу вот это в правую часть, на самом деле то, что будет написано, это будет тоже в Лейбница написано примерно. То есть э, когда вы дифференцируете. Ну, то есть, если вы говорите дифференциальные операторы, то они будут выполнены, выполнены будут вот таким соотношением. Ну, в принципе, с точки зрения матрицы, просто можете взять коммутатор матриц. И... Это тоже получается в некотором смысле дифференцирование. Ну и вот для, для, такого, для такой штуки будут выполнены вот такие свойства. А... Ну и, как правило, просто рассматривать не кольца ли, а алгебры ли на многообразиях. Ну, в общем, это на самом деле имеет большую... большие приложения. Физики, химии. А... Вот, так что, в принципе, есть, есть что-то вроде, ну, как бы, какие-то другие штуки, кроме есть, но мы их остаться не будем в этом курсе. Вот, э -э мы говорим только коммутативными кольцами. Значит, какая у меня сейчас, я сейчас буду, конечно, говорить про дальше какие-то определения, но ближайшая цель, я хочу понять, чем отличается кольцо целых чисел от остальных, чтобы, ну, я хочу понять, разобраться с теоремой арифметики. Основная теорема арифметики. Ну, она для натуральных чисел. Ну, тут проще взять кольцо целых чисел. А, и там, ну, понятно, я могу сказать, в кольце целых чисел, что значит, что А делит Б. Могу сказать, что такое разложение, что такое простое число, что такое разложение на простые. И я хочу понять, что я должен потребовать от произвольного кольца, чтобы на нем вообще можно было говорить о делимости, чтобы можно было что-то делать с простыми множителями. И для этого мне нужно понять, как устроено кольцо. Но вот Z сейчас является коммутативным кольцом, поэтому мы стартуем с коммутативного кольца. Так, ну там есть какие-то простые свойства, которые вы доказывали на семинарах, я их, наверное, говорить не буду. Но понятно, что из определений можно вывести, например, что, что 0 равно нулю, да? Или что там а на минус 1 это минус а. Или что я могу писать а минус b на c, это а на c минус b на c. Я считаю, что вот эти свойства можете там, ну, на семинарах спокойно изучить, разобрать. И я буду им пользоваться как нечто само собой разумеющееся. Значит, я, так я уже сказал, про мультипликативную группу Давайте я про промуль... У нас со звездочкой что-то уже было. Давайте скажем про мультипликативную группу кольца. Так, значит, у нас элемент А называется... Значит, элемент кольца К называется обратимым. Если найдется такой элемент, что а на b равно единице. Да, ну. Значит, я считаю, что мы живем в режиме коммутативного кольца, поэтому я не могу не писать а на b равно b на а, могу только одно написать равенство. Так, обратим элементы, образуют группу. Значит, ну давайте, к со звездочкой множество А из К такое, что А обратим, это называется мультипликативная группа кольца. Да, 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 -да. я туда вот, эти вот, пишу. Начиная с этого момента, мы Будем считать, что какое это коммутативное кольцо. Всегда, где пишу, ка. k, k – то коммутативное кольцо. А, то есть, ну, формально, я могу, конечно, в общем случае определить. Мне для этого, для обратимости, мне нужно, чтобы была коммутативность единица. Ну, или единица хотя бы достаточно. Тут можно Б, написать. А, ну, опять же, я, мне кажется, это будет доказано на семинарах, но это там довольно очевидно. У вас единичка есть. Все элементы обратимы, значит, обратные есть. Ассоциативность выполнена из ассоциативности в кольце. Ну, и теперь можно написать такую структуру кольца. То есть, если у вас есть любое кольцо, вы можете там выделить следующие элементы. Структура кольца. Значит, там есть обязательно 0. Есть просимые элементы. Ну, и есть какие-то остальные элементы. На самом деле, в этих остальных элементах еще есть такие вот плохие элементы и хорошие. Плохие элементы это такие, которые называются делители нуля. Дели нуля. Но есть остальные элементы. Так, что такое делители нуля? Ну, а описание оно no sell Descriptive, ну, давайте я напишу где-нибудь. Так, еще одно определение, да? АСК называется... делителем нуля если а не равно нулю и существует такой b не равно нулю что а умножить на b равно нулю Значит, это, но оно self-descriptive, но не совсем потому что с точки зрения, конечно, определения делимости 0 тоже делитель 0, но мы тут не хотим, так, не хотим, чтобы 0 был делитель 0, тогда как бы определение нужно будет подправить. Но, для вот, э, но в целом это такие штуки, которые каким-то образом при умножении 2 0 элемента, которые при умножении дают 0. Почему это плохо? Но как бы взаим не делитель 0, да? Там работа с населением мешка не делитель 0. А дело в том, что если у вас есть делитель нуля, то вы не можете сокращать э, в равенствах на ненулевые сомножители. Утверждение. Если К коммутативное кольцо, без делителей нуля, то э, из равенства а умножить на c, равно b умножить на c при не равно нулю, следует, что а равно b. То есть это важнейшее свойство для того, чтобы говорить про... Ну, то есть мы часто, когда пытаемся ну, проснуть время химетики, нам нужно сокращать подобные, сокращать общие множители. И если у вас коммутативное кольцо без длительного то это можно делать совершенно спокойно, если только у вас произведение не 0. Ну, доказательство довольно прямолинейно. Значит, если у вас А на С равно b на С, то а минус b на c равно нулю. Так у вас не делитель нуля и c не равно нулю, то а минус b равно нулю. Потому что если бы а минус b был не равно нулю, то это были бы делители нуля. Но раз а минус b равно нулю, то а равно b. Поэтому нам важно рассмотреть не просто коммутивные кольца, а коммутивные кольца без делителей нуля. Сколько в них можно сокращать там множить или вообще говорить про основную арифметики. Поэтому идем на новое определение, будем говорить про такие К, что это так называемая область целостности. К — это область целостности. Или в некоторых книжках пишут такое слово, как целостное кольцо. если а? а коммутативное кольцо без делителей нуля. Ну, название, почему такой термин целостное кольцо, это кольцо, которое похоже на целые числа. Больше никакого смысла тут нет. Ну, а, а ну, области — это некоторый термин, который тоже использовался раньше. Ну, я привык говорить об область целостности, но можно и целостное кольцо говорить. А, так, то есть мы, ну, на самом деле, если, опять же, на семинарах вы докажете, что у вас вот в кольце... Обратимые элементы и нуля обязательно не пересекаются, то есть не может быть такого, что обратимые элементы делить нуля и наоборот. Поэтому на самом деле есть вот такая структура, и мы, ну, от этих штук как бы будем рассматривать вот такие кольца, в которых делитель нуля нет. Ну, давайте я какие-нибудь тогда примеры приведу. Ну, понятно, что какой у вас пример кольца с делителем нуля? Да, обычного. давайте еще немножко про них скажу. То есть у вас есть ZM, где M составное. То есть, например, берете Z4, у вас там есть 2 на 2 равно 0. А, а какой-нибудь не ZM? Какое? А, а. понятно. Ну, матрица, матрица, да, матрица немножко немножко не коммутативное кольцо, но там тоже есть делитель нуля, да. А, ну, можно, конечно, просто взять многочлен на t x. Навести. Это будет бесконечное кольцо, которое будет делить нуля. Ну на самом деле вообще, если вы а, То есть... Ну, скажем, понятно, что это можно обобщить, а если вы берете, опять же, многочлен над каким-то полем. И дальше берете остатки по, по, по какому-то многочлену, который является при, ну, э, составным. То есть, представляется, если у вас многочлен раскладывается при движении двух множителей, то понятно, что если вы будете брать многочлены f'x по модулю маленького f'x, то там будет тоже 10 нуля. Поэтому, конечно, там таких примеров довольно много, но вот мы их будем избегать. Окей. Давайте я буду рисовать картинку. Значит, у нас вообще есть, а, ну, есть просто кольца. Мы рассматриваем коммутативные кольца. А, и даже их там мало, мы рассматриваем в области целостности. То есть, можно... То есть я отрисую картинку, да, понятно, что мы уже привели примеры кольца, которые не коммутативно, коммутативное кольцо, которое не было целостности, вот привели. А где-то здесь находится Z, то есть Z, конечно, оно всем этим является, но на самом деле будут еще несколько э, этапов, и тут где-то будет Z, а все заканчивается, то есть самое пространство структура это будет поле. Ну что такое поле? Поле это коммутативное кольцо, в котором Любой нулевой элемент обратим. Ну, можно написать, что в котором k со звездочкой, это k без нуля. То есть, это самая простая структура, в которой мы не просто убили делитель нуля, мы еще остальные элементы убили, остались только нули обратимые, больше ничего нет. Ну, и понятно, что поле, конечно, хорошее, но в нем проснуть рейтинг говорить не приходится, потому что вам нечего раскладывать. То есть, когда вы говорите про Z, например, у вас какие там обратимые элементы в Z? Один, а еще? Минус один, плюс минус один, да? А вот про остальные элементы вы можете пытаться как-то раскладывать на минимальные, которые дальше не раскладываются в умножении. Но если возьмете Q, то у вас остальных элементов нет, у вас все элементы обратимы, поэтому про не нельзя говорить речь, все на все делится. Поэтому остановить а эти арифметики, конечно, верно для Q, но там она немножко бессмысленна. Нам хочется иметь какие-то элементы, которые вот. Э, ну, нам нужно, нам нужно придумать кольцо безделить нуля, в котором есть обратим, еще что-то, которое можно как-то раскладывать. Так, ну у меня осталось 10 минут. Что еще можно сказать? Но тут можно привести еще пару примеров. То есть, про какие кольца мы будем доказывать теорию арифметики. Давайте я тут про них напишу. Где писать? Давайте тут Ну, какие вы знаете примеры колец? Понятно, что вы знаете Z. Понятно, что вы... можно взять любое поле, оно будет коммутативным кольцом. Понятно, что можно взять Zm. Но там тоже будут Zm и вообще конечные для конечных колец. Тоже основная не очень работает, потому что у вас затем либо оно составное, тогда там есть делитель нуля, либо оно простое, и тогда э, оно поле. И вообще для конечной, то есть для конечной области целостности всегда вы выполняешь это поле, чтобы доказать на семинарах. Поэтому на самом деле для основной для таких конечных штук не работает. Что еще можно рассмотреть? Ну, вообще говоря, если у вас есть такая операция, которая, опять же, на семинарах будет обсуждаться, что если вы взяли одно кольцо внутри другого, то вы в принципе можете взять любой элемент из L, ну и рассмотреть k от U. Что такое k от U? Тут можно сказать определять двумя способами, то есть вы просто k добавляете U и дальше пытаетесь сделать, чтобы это было кольцом, да? Что нужно для этого сделать? Ну либо э, можно сказать, что это просто минимальное подкольцо в L, которое содержит k и U. То есть можно двумя способами определять. Минимальное под кольцо L, содержащее K и U. Ну, они все коммутативны. Ну, вот. Для простоты все коммутативны. А, ну, ну да, да. Такое определение, конечно, можно всегда сказать. А второй способ – это, ну, я нельзя скобочки здесь квадратные поставил. Вы можете формально рассмотреть многочлен над К. Многочлен над как, К тоже, кстати, будет кольцом. То есть это такие, а, а, ну, многочлены коэффициента мест К. И просто вместо x поставить У. То есть вот К, У, У как множество – это просто множество вот таких формальных, ну, не формальных, а просто вот таких вот элементов из L где А0 АК лежат в А. То есть понятно, что... То есть понятно, что если вы взяли кольцо, которое сидит в К и У, то так у вас есть замкнутое сложение умножения, то у вас все эти штуки тоже там есть. Ну а такая, таки, все такие выражения, они являются кольцом, потому что если вы складываете, умножаете, получается тоже выражение такого вида. А, поэтому на самом деле можно построить что-то больше, чем Z. Uh, опять же, на семинарах у вас будут uh, какие-то примеры. То есть вы можете взять, например, z внутри q, ну и добавить, скажем, одну-вторую. То есть взять целое число, добавить в него одну-вторую и замкнуть по сложению и умножению и посмотреть, что за кольцо получится. Uh, можно там несколько, несколько добавить 1 uh, на n. Но нас будет интересовать скорее а, не такие элементы, потому что... То есть, когда такое кольцо не очень большое, ну, когда вам нельзя написать слишком много степеней, когда у вас а, многочлены, они занимают... То есть, они, у вас многочлены, там, степени а, 3, 4 и так далее, например, можно не писать. А для этого нужно, чтобы, ну, скажем, у в квадрат лежало в вашем кольце. Поэтому удобно взять, например, Z внутри 3C и дальше добавить ну, какой-нибудь самый простой элемент, это добавить элемент i. То есть мы взяли, добавили их за i. Так у нас и квадрат — это целое число, то это просто будут элементы плюс b где a и b — целые числа. Это будет такая вот решетка. То есть вы берете просто комплексную плоскость. И там Просто берете, отмечаете все точки с целыми координатами. Да, скажите, а, э, ну, комплексные числа где-то возникали, и вам про них ничего не надо напоминать, да? Ну, у вас там на семинарах что-то про них будет рассказано, но ликбез вам не нужно проводить, да? Нет, нет. Вот. Э, ну и вот... Z... То есть, если про остальные вот, какие-то кольца про основные говорить не приходят, то ну, там либо тривиально она есть, либо тривиально, что нет, то вот этот такой пример, когда у вас эти числа можно как-то раскладывать как со множители, можно попробовать ну, понять, можно ли как-то есть какие-то сомножители, которые уже дальше не получится раскладывать. Ну, вместо зато ты, конечно, можно рассматривать на самом деле Uh, любое комплексное число но ну, мы рассматриваем посты случаи да когда они являются корнем на второй степени то есть вы берете uh, ну, например z корней из d и это что такое ну да это какое-то натуральное число то есть эта штука в квадрате будет равна минус d то есть вы ну можно это написать как z корней из минус, из, а, минус d. А, ну, в принципе, то есть, а, про эти, то есть у нас не такая решетка, а решетка будет уже с другими числами, но они будут немножко там сдвинуты, да, у нас шаг будет здесь по вертикали, не единичка, а там корень, корень из d. Ну и про такие решетки тоже можно спрашивать, верна ли там а, основная теорема арифметики или нет. Собственно, на семинарах у вас также будут какие-то задачи про э, то, чтобы что-то понять про затраты. Но, может, вы не успеете, это на следующий раз будет. Ладно. Так, какие-то примеры я привел, 4 минуты осталось. Ну, я, конечно, ничего не тебе сказать, давайте просто определение делимости скажу. И наверное, на этом можно будет почти закончить. Так мы начинаем с основной объект наблюдения от области целостности. Ну, когда, в принципе, делать можно определять и для произвольного культивного кольца, но там может это имеет немножко может быть менее, меньше смысла. Ну что такое а, значит? Что значит А делит Б? Ну по определению значит, называется А делит Б. Или b делится на a. Тут мы дословно переносим это определение с целых чисел. Если найдется такое c из k, то b равно а умножить на c. Ну, проделимость, можно сказать, очевидные факты, свойства. Во-первых, ну, А делит А, например. Поскольку у нас есть единица в кольце. Если А делит Б, а Б делит С, то А делит С. То есть это все, что выполнено для целых чисел, на самом деле выполнено и в общем случае. Если, если у вас... Там а делит b и а делит c, то а делит и b плюс c. Доказательство от выключителя ничем не отличается. Вы просто делаете те же операции. Там все ну, логично. Так, осталась одна минута. Ну, дальше... Ну, собственно, вот звонок. А, собственно, дальше нужно делать. Это пытаться понять что такое простые, простые числа тут, да, это такие элементы, которые дальше не раскладываются. Ну вот, в начале следующей лекции мы, собственно, займемся тем, что будем пытаться определить эти элементы и про них что-то поговорить. Ладно, спасибо. Если вопросы можно задавать, а так, да, спасибо.